Галина Григорьевна и Юрий Андреевич Послыхалины вместе уже 60 с лишним лет. Часто за чашкой чая вспоминают о том времени, когда они в 72-м году с двумя сыновьями приехали в развилку, которая стала для них родным домом. Сыновья уже давно выросли, живут своими семьями. Родители радуются за них, греют душу и успехи 19-летнего внука, студента первого курса строительного университета. Юра сдавал экзамен по французскому языку. Он вчера получил 5. Вот так бы везде, на каждом экзамене, это было бы отлично. Внук Юрий, названный в честь главы семейства, часто навещает своих дорогих дедушку и бабушку. Не только для того, чтобы помочь чем-нибудь, но и порадовать их игрой на аккордеоне. Юрий-младший окончил развилковскую музыкальную школу, и бабушка с дедушкой этому очень способствовали. Провожали на занятия, подолгу занимались мальчиком музыкой, приучая его к кропотливому труду. Бабушка и дедушка для меня, первое, это самый большой авторитет, потому что они во многих случаях и моментах меня понимают, поэтому я прихожу с ними, общаюсь, тоже они могут совет дать определенный, который серьезно мне поможет. Юрий Андреевич Послыхалин окончил Высшее Ленинградское инженерно-техническое училище. Там же, в Ленинграде, в военно-механическом техникуме училась и Галина Григорьевна. На одном из танцевальных вечеров они познакомились. Через 1.5 года поженились, а потом началась жизнь в гарнизонных городках, куда посылали служить офицера-строителя Послыхалина. Направили меня на Прибалтику, в Прибалтийский военный округ. Присвоили звание лейтенанта. В Прибалтийском военном округе проработал 6 лет. Направили меня на Камчатку за хорошую работу. На Камчатке семья прожила тоже 6 лет. Уже родились и подрастали 2 сына. Старший пошел в 1 класс уже, а младшему было еще года не было. Утром к няньке везу, молока не достать, фруктов нет. И это самое, ну ничего, вот как-то вот энергия у меня была, бежала на работу. 27 лет Послыхалины переезжали из одного военного округа в другой, где глава семейства продолжала вести свою службу по строительству стратегических объектов. После демобилизации в звании подполковника запаса Юрий Андреевич с семьей оказался в развилке. И здесь верные спутники не сидели сложа руки, пошли работать в институт ВНИГАЗ. Он в отдел капитального строительства инженером технического надзора, она в одну из лабораторий. Более 25 лет Юрий Андреевич трудился на этой должности. При его участии были сданы в эксплуатацию несколько жилых домов в поселке, детский сад, но самым главным своим достижением он считает решение проблемы с питьевой водой в развилке. Я договорился с московским водоканалом дать воду на развилку, подсоединиться к московской. Далее подсоединился, через кольцевую дорогу прошел, на развилку проложил трубопровод 300 миллиметров диаметра. И сейчас пользуюсь этой водой. Это я горжусь этим, что я сделал. Юрий Андреевич один из первых был награжден знаком почета за личный вклад в развитие Ленинского района. Сейчас супруги на заслуженном отдыхе и опять вместе, теперь уже на творческой ниве. Эти лебеди, сделанные в технике оригами, их совместное произведение. Так в любви и согласии они дожили до бриллиантовой свадьбы. Я ее полюбил за ее красоту, первое. Второе, за ее внимание очень хорошее к семье. И третье, большой труд вкладывала она, и я ей помогал. И вот это приносило нам обоим радость. Надо уважать друг друга, помогать друг другу во всех делах. Даже бывает и в домашних делах надо помочь. В воспитании детей. Вот. По возможности, конечно, бывает муж больше занят там, а жена посвободнее. Но обязательно надо помогать друг другу. Потому что женщине одной очень тяжело. Очень. Особенно с мальчишками. Взаимопонимание, забота друг о друге, уважение, любовь детей и внуков, составляющая счастливой жизни. В семье Послыхалиных она налицо. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.